Нясумный перапынак. И не с тобою в зеленую траву я упаду, как в омут с головою. Я упаду, как в омут с головою. Проект «Нясумный перапынак» на Першым національним. І сьогодні у нас у гостях представники шоу «Театр Алюр» Людмила Чарги-Радвонова і Наталя Горбачова. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Задорно, так красиво только что звучала песня. Честно Ромашки, говоря, да. Танцевать хотелось. А зрителям как танцуются на ваших концертах? Каблуки ломаются, ну, сама видела. Да. Нет, ну почему, бывает, конечно же, с мест вскакивают, руки вверх, настроение великолепное. По-всякому бывает. Ну ведь работать для того, чтобы было настроение великолепное. Ну, конечно, конечно, чтобы люди заряжались нашей энергетикой, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы они запоминали нас, чтобы приходили с удовольствием на наши концерты, на получали позитив. Конечно. А что касается этой песни, конкретно «Ромашки», она была написана Женей Курасовым специально для Наташи. И этой песне уже 3 года. Наташка, и когда мы ее первый раз исполнили вот в городе Могилеве, всем она, мы, ну, понятно было по зрительному залу, что она очень понравилась. Подпевали очень многие, да, не зная еще даже песни, в общем, услышав первый раз. И когда на следующий год мы поехали на концерт в город Могилев, то вот этот огромный зал, мы закончили свою программу, уходим уже со сцены, и в это время крик из зала: «Ромашки!» Очень вот такой хит получился. Да, получилась песня, которая оставила себя в памяти зрителей. Через год они ее попросили. Пришлось вернуться и спеть «Ромашки». И не раз, наверное. Да. Что вы сегодня подарите нашему слушателю или слушательнице? Компакт-диск. Сережа, расскажи о нем немножечко. Ну да, этот компакт-диск, о нем лучше рассказать Сережа. Этот год получился юбилейным. Юбилей за юбилеем. Я открыл, получается, этот год. Мне в этом году исполнилось 50 лет уже. Вот. И в честь этого юбилея моя Людмила Михайловна настоятельно попросила меня выпустить диск, потому что песни были собраны на протяжении 33 лет, я просчитал. Был сапожник без сапог, правда? Да, я все время занимался творчеством для нашего замечательного коллектива «Алюр», для многих белорусских артистов, и не только. Вот. И пришел момент, когда нужно было выпустить уже свой диск. Вот этот диск сегодня я хотел бы подарить нашим зрителям. И слушателям. А я слушателям, да, напомню, что мы ждем звонок в 14:50. Первый, кто дозвонится, как раз-таки вот и получит этот прекрасный компакт-диск. Диск, да, юбилейный. Эти песни будут его. С огромным удовольствием. Расскажи немножко о компакт-диске. Ну, наполнение, какие песни вошли? Ну, вообще сам диск пришел в голову его назвать песней заглавной «Если б я умел летать». Эта песня была написана, вот эта песня, 33 года назад. Вот я даже иногда вот вслушиваюсь в текст этой песни и думаю, она, по-моему, песня без времени. Uh-huh. Вот. И сейчас я даже удивляюсь, откуда были такие мысли в 17 лет у меня. Вот. А дальше уже идет по нарастающей. Потихонечку это песни, которые были написаны в этом промежутке. «Я не забуду», это было посвящение моей Людочке. Это было любимой жене. Да, да, 23 года назад, когда мы с ней познакомились, я ей написал эту песню. Вот, она вошла в этот альбом. И дальше идет «История вечная». Это уже соавторство с нашими замечательными композиторами. Наташенька Радина, великолепная наша поэтесса. На ее слова музыка Дмитрия Ловчева. Вот, мы в соавторстве выпустили эту песню. Очень красивая песня. Вот, она сегодня, я думаю, прозвучит как раз. Ну, я думаю, что если так рассказывать очень много о диске, это можно говорить бесконечно. Часами, да. Да, да, да. Поэтому, ну, все в вашем распоряжении сейчас. Да, да, да. Мы послушаем песни из этого диска и послушаем песни как раз-таки вот в исполнении Наташи и Людмилы. Да. Шоу «Алюр». Во всяком случае, сегодня звучат они на наших волнах. Сергей, я, кстати, хотел спросить, песен-то, наверное, достаточно не только на один альбом ведь? Нет, конечно. Ну, пока один, да? Пока, да. К следующему юбилею. Ну, я думаю, не будем ждать следующего юбилея. Сейчас мы более
плотненько возьмемся, потому что у нас уже в коллективе программа очень большая, достаточно материала. Разноплановая. Да, разноплановая. И поэтому мы сейчас больше решили заняться своим творчеством, личными песнями, потому что их много, на самом деле много. Самое главное, вдохновение есть, желание есть, правда? И песни. Есть песни. Что послушаем сейчас? Ну, я думаю, следующую песенку. Да? Да, это будет песня, которая была специально написана для нашей Наташеньки. Это мои слова, моя музыка. Вот. А исполнила я. Так ровно, Наталья Наташа сказала. Лишь одним тобою я теперь живу. Лишь одним тобою я живу. Наташенька, у тебя скоро юбилей, да? Да, скоро юбилей. А, конечно, я думала, отмечать его или нет. Но наш концертный директор Алексей Федоренко вместе с ребятами, вместе с родными и близкими уговорили. Говорит, давай сделаем твой все-таки концерт, отметишь ты свой день рождения. Вечер такой. Да, на сцене. Вот именно в этот день я родилась. Вот. И поэтому мы сообразили, решили. И вот, я думаю, все у нас получится. Мы хотели бы, чтобы он запомнился мне, чтобы он запомнился всем, кто придет на этот концерт. Я, конечно, очень волнуюсь, очень переживаю, потому что... Такая поддержка, такая опора. Ну, что? Я волнуюсь. А вот и нет, сама не все делает. Не волнуется только... Да, на самом деле, я очень волнуюсь. Я никогда не волновалась, как бы, ну, вот раньше, да, допустим, когда вот... Оно всегда присутствует, волнение перед каждым выходом на сцену, но так как волнуюсь я сейчас... Конечно, я не могу этого передать, но я думаю, что все получится, что мы все соберемся, будем удивлять, будем новое представлять, вот, потому что я хочу, конечно же, исполнить эстрадные песни из того, с чего когда-то я начинала, вот, потому что я ни от кого не скрываю, лучшая школа, как говорится, это ресторан, вот, и я пела там 7 лет, это правда. Между прочим, да, то есть это хорошая была школа, я... В детстве я бегала на гостелерадио, между прочим, сюда. В хоре пела, хоре, да? В хоре пела, да. Потом в фольклорном ансамбле «Гостица». Вот. И так получилось, что пришлось пройти такую школу и поработать в ресторане. Ну, а потом уже у нас сложился наш коллектив, шоу «Аллюр». Вот. И, значит, будем отмечать юбилей мы на сцене. Это здорово. Кстати, очень многие артисты отмечают день рождения на сцене. Я так думаю, что это приносит только положительные эмоции. Почему? Потому что ты видишь зал. Ты видишь людей, которые в зале. Ты чувствуешь их любовь. Да. Они ведь смотрят на тебя и дарят свои эмоции. Да. Да, и не каждый может пригласить себе на день рождения 1000 человек. Да, это действительно здорово. Это здорово, да. И я хочу... тоже, так как и все наши участники коллектива, подарить эти эмоции для народа нашего любимого, который придут посмотреть, порадоваться, поздравить. Это действительно классно. А как называется программа? На одном дыхании. Поэтично. Почему на одном дыхании? Потому что действительно у нас концерты проходят на одном дыхании. Люди потом спрашивают, боже, как вы успеваете переодеваться, как вы успеваете вот это вот все вот менять. Говорят, Наташ, мы замечаем, что даже ты сережки, бижутерию меняешь, как это возможно? Я говорю, ну вот, поэтому все будет на одном дыхании. Да, и действительно, на одном дыхании, вот и все. Я сейчас расстаюсь. Песня, которую мы сейчас услышим в эфире, твоя гитара, она будет звучать на концерте? Да, обязательно. Эта песня была, можно сказать, написал, подарил музыка Олега Елисеенкова, да, слова Александра Зотова. Мы давно уже ее исполняем, я даже не помню, сколько лет назад. Может быть, 5-6, да, вот Сережа сделал аранжировку, вот, и мы ее... Между прочим, она у вас на радио тоже где-то есть, по-моему. Да, да, есть, да, в базе, есть, да? Есть, да, мы, да, слушаем, она есть. И мы с Олегом базе продолжаем сотрудничать великолепно. Это великолепный автор. Вот. И поэтому... Композитор. Да. Автор и композитор, да. И поэтому все песни, которые мы работаем совместно, они, по-моему, попадают в десяточку. Так что вот слушайте нашу замечательную песню. Очередная десяточка, да. Ну куда же я спешила, виновата я сама, что в гитаре разрешила я свести себя с ума. С ума. В следующем году вам 15 уже. Да. Как будете праздновать? Оказывается, это в этом году. Ну, в конце этого года. Посчитайте. Да.
Как отмечать будем? Да. Ну, конечно же, концертом. А как все начиналось? С трех человек. Я, Сережа и Наташа. Так. А сейчас сколько? А сейчас 25. А сколько песен было? Было 7. И сейчас сколько? А сейчас трудно сказать, но... Сколько в загашнике у Сережи еще? Если посчитать за вот эти 14 лет творческой деятельности, если посчитать все песни, которые мы исполняли, я думаю, часов 6 можно петь, угу, не прерывая. Слушайте, ребят, вот в начале эфира мы как-то сказали, что шоу-театр «Аллюр». Вы называетесь шоу «Аллюр». Может, все-таки пора уже и театр? Ну, это, в принципе, мы при театре. И тем более, что ведь вы не просто поете на сцене. Ведь ну, это да, же идет шоу. И говорим, и танцуем, да, и поем. У нас присутствует реквизит. Я думаю, можно смело называться театром. Но мы работаем в молодежном театре эстрады. И мы шоу «Аллюр». Какие песни вот на ваших концертах звучат? Ведь это песни, как вы сами сказали, песни народов мира. Ну да, лучшие композиции народные всех стран, самые известные, да, самые популярные, которые на слуху у народа. Сережа аранжировки пишет свои, и мы исполняем их. И танцуем, и поем, да, и играем. А сколько играем. Программ, Дочка, у вас? И костюмированно это все идет. Программа теперь у нас получается цыганская программа, песни, танцы народов мира и эстрадная программа. И три программы. Я вот говорил, ведь это еще и переодевание идет, это и концертные костюмы. Конечно. И под каждую песню, конечно, свой костюм, да? Конечно. Если мы... Это дорогое удовольствие все-таки. Мы сейчас, да, просто сделали разбивку инструментальными композициями, потому что у нас замечательные музыканты в коллективе. Скрипач Саша Кульгон. К нам пришел замечательный балалаечник Ростислав Овчинников. Сережа гитарист. И получается инструментальные композиции, благодаря тому, что у нас замечательные музыканты, они хорошо очень играют. Вот во время инструментальной композиции наши танцоры и певцы с бешеной скоростью за 3 минуты должны успеть переменять сережки. Да, и поэтому, когда задают вопрос, когда вы успеваете, ну, иногда выхожу я для того, чтобы поговорить со зрителем. И иногда выхожу, отвлечь, честно внимание, говорю, ну, думаете, чего я сюда вышла? Я вышла для того, чтобы заполнить паузу. Продержать Давайте время, с вами пообщаемся, да, да, потому что надо успеть одеться. Ну, в общем, все проходит. Вот здесь концерт, тут идет на, идет на позитиве. Даже если что-то я говорю серьезно, а это звучит в шутку, люди принимают за шутку, ну, значит, это удалась шутка. Значит, это и есть театр. Да, это и есть театр. Все-таки театр. Это здорово. Сергей, я предлагаю еще раз рассказать о том подарке, который сегодня получит кто-то из наших слушателей. Да, как я уже говорил, это мой диск, который был выпущен к 50-летию моему. Вот. Называется он «Если б я умел летать». Это позаглавная песня этого альбома. Так что я думаю, тот, кто сможет выиграть этот диск, с удовольствием, по-моему, отслушает все произведения, потому что в них... Лирический он получился, они, да, Сережа? Душевные. Я не могу сказать, что он лирический такой, а они просто, вот как Людочка моя говорит, что это душевный такой диск, насколько я понимаю, потому что там не только мои песни, еще песни в соавторстве. Замечательным композитором Германом мы выпустили очень много песен. Вот. Здесь в этот альбом входит и песня «Где поет Наташа наша», Наташенька Горбачева, поет сам Герман, Виктория Олешко. Вот, вообще звезды белорусской эстрады, да, скажем, да, так, сборный такой, да, компакт-диск. Да-да-да, и тут я думаю, что никто не устанет от одного моего голоса, потому что там на самом деле очень много всего интересного. И услышу твою великолепную гитару. Да. Спасибо. Кстати говоря, я больше чем уверен, что компакт-диск с пожеланиями будет. Конечно. Самыми добрыми. Ну что ж, я думаю, что сейчас... С автографом еще. Я думаю, сейчас пора объявлять как раз-таки, что, уважаемые друзья, вы можете уже сейчас начинать звонить. Мы принимаем ваш звонок. Да. Шоу «Аллюр», Сергей Родионов, компакт-диск. А телефон 284-87-21, код Минска, 8017. Ну а пока песня. Держи меня мыслями, лови меня взглядами, поверь, больше ничего на свете не надо. Поверь, больше ничего.
Ну что ж, приз разыгран. Ребята подарили, уже практически подарили, да? Это Марина Ивановна Жирневич из города Столбцы Минской области. Она работает продавцом. Мы поздравляем. После Марина эфира Ивановна, мы свяжемся с вами. Свяжемся с вами, расскажем, как забрать диск. И спасибо, что слушаете Первый канал Белорусского радио. Спасибо. Наше любимое радио. Кстати говоря, вот мы только что разговаривали, смеялись, пока, Наташ, кто-то готовит концерт. Кто-то что делает? А расскажи, пожалуйста, выдай этот секрет. Ну да, на самом деле, пока у нас тут идет такая серьезная подготовка. Самое вот, когда мне нужна была вот помощь, момент был такой у нас, да, ну, мои родители поехали на Сейшилы. Они решили отдохнуть. Да. Почему? Наташа, почему так? Творческие как люди должны подходить к своему творчеству правильно. Для того, чтобы приходили мысли какие-то в голову. Сереже для музыки, мне для каких-то новых программ. Нужно отдыхать. Мы тебя оставили одну, чтобы ты почувствовала, как это все происходит. А мы набрали сил и теперь все исправим, если что-нибудь не так. Как там на Сейшелах? Расскажите, пожалуйста. Мы скучали, честно, скучали. Я по костюмам, я думала, что у меня еще не доделано до концерта, вот до 21 февраля. Надо было все успеть. Но мы все успели. Все костюмы готовы, программа готова. Идет такая шлифовочка. Но впечатления, которые мы набрали, именно на Сейшелах, это отдельная тема для разговора, потому что я впервые в своей жизни видела фиолетовое небо, бирюзово-белую воду, переходящую в синие такие красивые тона. Я видела улыбающихся людей, идущих мне навстречу, которые никуда никогда не спешат. Безумное количество черепах, в которых я влюбилась просто. На которых ты кататься даже умудрилась. Я каталась на них, да. Ну, в общем, понимаете... На страусах тоже. Страусы не там, это было раньше. Тяжело представить себе. Ну, в общем-то... Людочку можно представить везде. Меня можно представить... Я прыгнула в бассейн, который наполняется с водопада. Я, правда, с пятой попытки, но, тем не менее, мне было стыдно уже не прыгнуть, и мне пришлось туда нырнуть, в эту прохладную воду, но... Я говорю, впечатлений масса, столько позитива, это нужно каждому творческому человеку, да не только творческому, но, в общем, надо себе позволять отдыхать. И всеми своими делать такие подарки, целый год собираться и обязательно ехать отдыхать. Отдыхать там, где солнце светит, там, где тепло, получать этот ультрафиолет. И, конечно же, приехав домой, увидев серое небо и снег такой грязный, лежащий вдоль дороги, настроение совершенно другое, естественно. Но мы ждем лета, и мы очень рады, что зима вот-вот скоро закончится. Февраль уже идет к своему финишу. Логическому завершению. Я думаю, что весна будет затяжная в связи с такими погодными условиями, как сейчас. Но, тем не менее, мы все ждем весну, ждем солнышко. Вот, и всем вам желаем такого же хорошего-хорошего настроения. Сейшельского настроения. А что лучше, отдых или предвкушение отдыха? Наверное, даже и предвкушение, потому что дело в том, что отработаем концерт заслуженно, и потом отправимся на отдых. А мы будем завидовать. А мы будем завидовать потом. Наташенька, мы поздравляем тебя с юбилеем еще раз. Спасибо вам большое. Спасибо, очень искренне приятно. Спасибо. Мы безумно рады, когда наше любимое белорусское радио нас приглашает, потому что даже наши все поклонники слушают ваше радио, и молодежь, и взрослые люди, и всегда спрашивают, а когда вы будете опять на радио? Это искренне говорю. Особенно наши друзья и знакомые. Спасибо, нам тоже это очень приятно. Друзья и знакомые, да. Спасибо огромное. А у нас в гостях были представники шоу-театра «Алюр» Людмила и Сергей Родионовы и Наталья Рапачова. Сябры, ну а на этом наша программа завершена. Разом с вами у эфира были Андрей Синица, Яна Ходовская и Татьяна Василькова. Счастливо!